Всем добрый день. Сегодня приготовим вот такие бутерброды. Очень вкусные, из простых продуктов. Можно покушать и на завтрак, и на обед, и как закуска на застолье пойдет. В общем, давайте готовить. Для приготовления наших вкуснейших бутербродов понадобится гренки. Вот был куплен багет, обжарила на растительном масле с двух сторон. Далее огурчики маринованные, соленые какие есть. Сыр твердый, по вкусу любой, колбаска вареная, чесночок, майонез, зелень, укроп и зеленый лук. После обжарки гренки я уложила на бумажное полотенце, чтоб ушло лишнее масло. Сейчас я их натру чесноком. И так каждую греночку натру. Гренки натерла чесноком, теперь подготавливаю остальные продукты. Колбасу натрем на крупной терке, варенка. Сыр, чеддер у меня на мелкой терке тру. Все по вкусу берем. Сколько гренок, столько и начинки, чтоб покрыло все гренки. Лук зеленый мелко нарежем. Так, беленькую часть уберу. Лук сюда. Колбаску сюда. Добавляем огурчики. Я их через дуршлаг пропустила, выдавила сок лишний. Все перемешиваем. Майонеза добавим. Майонеза столько добавляем, чтобы масса была плотненькая, не рассыпчатая, легко намазывалась. Намазку подготовили, намазываем наши греночки по вкусу. Выкладываете намазку, сколько нравится. Намазала бутерброды и сверху посыпем мелко нарезанным укропчиком. Ну, попробуем. Очень вкусные бутерброды. Не выделяется отдельно никакой продукт. Все соединилось во вкусах и что-то такое благородное получается, хотя совсем простые продукты. Так что готовьте, кушайте и приятного вам аппетита. Спасибо, что посмотрели видео. Понравилось видео, ставьте лайки. Надеюсь, вы приготовите такие бутербродики. Попробуйте, потому что это очень вкусно. Заходите на мой канал, подписывайтесь. И до новых встреч и всего вам самого доброго.